Анна Рей, факультет магической механики, книга вторая, магистр, пролог. трактире у папаши Латюили этим вечером было многолюдно. Местные жители, стражи порядка и гости империи торопились пропустить по стопочке. Да и чем еще заняться холодным зимним вечером в маленьком приграничном городишке Белавии? На погранпереходе, неподалеку от которого расположился постоялый двор с трактиром, гостей из соседней империи пропускали свободно. Все лица давно примелькались. Сюда редко приезжали чужаки. Дипломатические отношения между Белавией и Ингвальдом были все еще напряженными, но угроза войны давно миновала. Респектабельные жители предпочитали столичный вокзал и паровоз, что курсировал раз в месяц. Проверка документов была серьезной, но путешествие проходило безопасно и с комфортом. А сюда, на запад Белавии, добираться было долго и неудобно. Да и полет на стареньком, видавшем виды дирижабле, был тем еще развлечением. Недаром настоятель местного святилища проводил регулярные службы, моля стихийному богу Арису о безветренной погоде. Но для Гера Клауса, почетного антиквара из Ингвальда, подобное путешествие стало делом привычным. Дядюшка Клаус, как частенько называли мужчину за глаза, по приезде в Белавию снимал на втором этаже постоялого двора комнату, а в трактире ему выделяли столик, скрытый от посторонних глаз деревянной ширмой. Этого жителя Ингвальда здесь все знали и уважали, потому что к дядюшке Клаусу можно было обратиться с любой деликатной просьбой, будь то заказ редких механизмов или помощь в переходе через границу. Сегодня на ужин дорогому гостю подали его любимую рыбу в масле, картофельное пюре с зеленью и хмельной напиток. Мужчина уже заканчивал трапезу, когда к нему подсел высокий юноша в длинном пальто, теплом шарфе и цилиндре, низко надвинутом на глаза. Герклаус, Клаус, приветствую!» «К вашим услугам!» — кивнул пожилой антиквар, жестом приглашая присоединиться. От предложения разделить ужин гость отказался, предпочитая сразу перейти к делу. «Вы обсудили мой вопрос с кем следует?» Нетерпеливо поинтересовался он, понизив голос. Гер Клаус неторопливо доживал нежнейший кусочек рыбы, сделал пару глотков, чтобы промочить горло, и кивнул. «Обсудил. Возможность переезда имеется», более того, вам готовы предоставить два комплекта документов, как вы и просили». Молодой человек с облегчением выдохнул. Мужчина продолжил. «Но только после оказания небольшой услуги». «Какой еще услуги?» — с раздражением спросил собеседник. «Я готов заплатить за документы сколько надо, но ни о какой услуге мы не договаривались». Не нужно так нервничать. Вон лучше э, скушайте рыбки. В ней много фосфора, а он хорошо влияет на нервные клетки. Обычно Герклаус Клаус передавал всю информацию о перебежчиках связному В Ингвальде, а в следующую поездку снабжал просителей документами и разрешением на работу. Ох, скольких он племянников и племянниц перевез! и не сосчитаешь. Но с этим пареньком все оказалось сложнее. Жителем Белавии заинтересовался сам вице-канцлер. Гера Клауса тут же вызвали в его резиденцию, чтобы он рассказал подробности встречи. А какие могут быть подробности? Молодой человек свое настоящее имя, разумеется, не назвал. Сказал лишь, что учится в местной академии магических наук. Там его завербовал куратор из Ингвальда — но проявить себя парень не успел. После загадочного исчезновения куратора в учебное заведение зачистила полиция. Несостоявшийся горе-агент испугался, что его вычислят, и попросил дядюшку Клауса посодействовать с переездом. Внешностью юноши была самая заурядная. На лоб, как и сейчас, парень надвинул шляпу, темные волосы свисали паклей, за уродливыми очками с затемненными стеклами глаз не разглядишь. Заметив, что собеседник нетерпеливо барабанит пальцами по столу, Клаус покачал головой. «Да не волнуйтесь так. Ничего сложного. Просьба связана с вашей академией». Гер Клаус подцепил ломтиком хлеба последний кусочек рыбы и положил в рот смакуя. «Я не могу там долго оставаться. «Меня раскроют!» — истерично вскрикнул юноша. «Да кому вы нужны?» — фыркнул Герклаус. «Особой информации не обладаете, завербовали вас недавно. Рассказать о том, где куратор, не можете. Так что не тежьте свое самолюбие. Никакой ценности ни для Ингвальда, ни для Белавии вы не представляете. Переезд и документы прежде всего необходимы вам». «Что я должен сделать?» — упавшим голосом спросил собеседник. «Всего лишь кое-что отыскать», — тихо произнес дядюшка Клаус. «Найдите лабораторию принца Агнуса, бывшего владельца замка, в котором расположилась ваша академия». Все это время Гер Клаус прикидывал в уме, не может ли молодой человек быть связан с разведкой Белавии не подослали ли его. Но, судя по поведению, проситель был неопытным в подобных вещах, да и вице-канцлер вряд ли стал бы рисковать, наверняка проверил по своим каналам этого недотепу. «Найти тайную лабораторию Агнуса? Но это сказки. У нас в Академии их рассказывают первочкам», — хмыкнул собеседник, оторвав Клауса от размышлений. «Тише, тише, молодой человек», вы привлечете к нам ненужное внимание. Смею напомнить, что серьезные люди, к которым вы имели дерзость обратиться за помощью, в сказки не верят. Тайная лаборатория принца существует. И где же ее искать? Замок огромный. Гер Клаус тяжело вздохнул. Разговор его утомлял, но антиквар уже влез в это дело, тем более ему хорошо заплатили. «У меня есть для вас подсказка». Мужчина закопошился, достал из кармана сложенный лист и протянул его собеседнику. «Нас интересуют бумаги, которые вы найдете». «Какие конкретно бумаги я должен принести?» Наконец-то Герклаус увидел перед собой делового человека, а не мальчишку, который хочет получить преференции, ничего не предлагая взамен. «Дневники принца. Больше всего нас интересует тетрадь с надписью «Артефакт нулевого стандарта». Принесите записи, и вы получите пропуск в рай». «Отчего-то ваш рай попахивает серой», Пробурчал молодой человек и поднялся с места, поспешно убирая лист в нагрудный карман. «Что ж вам решать?» — пожал плечами дядюшка Клаус. «Я приезжаю в Белавию два раза в месяц. Меня можно найти в этом самом трактире. Передадите владельцу записку, укажете, что моя просьба выполнена. Я тут же подготовлю документы, и вы станете полноправным жителем темной столицы Ингвальда. Не жизнь, а мечта. — Как вы определите, что я не обманываю? — спросил напоследок собеседник. — Вдруг принесу подделку. — Я возьму с собой эксперта, — признался Герклаус. Клаус. Он отличит подлинные записи от фальшивки. Кто он? Юноша застыл. Больше я вам сказать ничего не могу. Развел руками дядюшка Клаус. Парень кивнул вместо прощания и покинул трактир. Гер Клаус опрокинул последнюю рюмочку за успех безнадежного, на его взгляд, предприятия и поторопился пройти в свою комнату. Он чувствовал, что дело опасное, и на этот раз он примерил, как говорится, чужой сюртук. Вице-канцлер, разумеется, не стал посвящать Клауса в детали, лишь сказал, что пароль, названный мальчишкой, верный. А это значит, что его действительно нанял куратор для работы на Ингвальд. Впрочем, Клаусу совершенно не хотелось вникать во все эти шпионские игры. Он всегда помнил слова деда, чем меньше знаешь чужих тайн, тем дольше проживешь. К сожалению, почетный антиквар Ингвальда не видел, что за одним из столиков пьяненький посетитель, все это время прижимавшийся щекой к грязной столешнице, вдруг встрепенулся, подозрительно быстро подхватил пожитки и поторопился вслед за юношей, с которыми несколькими минутами ранее распрощался Герклаус. Клаус. Глава первая. Марвел Уэлч куталась в теплую накидку и сжимала в замерзших руках саквояж. Ветер нещадно бил в лицо, не позволяя как следует разглядеть местность. А посмотреть здесь было на что. За те три месяца, пока Марвел Виктория отсутствовала, на плато в Айсбери появилась вторая причальная башня, а в скале высекли ступени, которые вели вниз к новому причалу. Дирижаблем добираться при таком ветре было неосмотрительно, хотя Марвел была уверена в том, что заплатка могла бы справиться с любой непогодой. Но декан Морган телефонограммой предупредил, что студентку встретят ликанов на новой амфибии, передвигающейся по суше и воде. Знакомый клашар в сопровождении рабочих поприветствовал ее кивком, забрался к вояж и помог сойти по высоким ступеням на причал. Там на краю платформы находился самодвижущийся аппарат, который внешним видом походил на крытые морские сани. Марвел с любопытством рассматривала корпус с большим лобовым стеклом, иллюминаторами по борту и двумя дверьми. Обшивка судна напоминала разноцветные железные пластины заплатки, а вот колеса достались от мобиля. Клашар закинулся к на заднее сиденье, Марвел же заняла переднее кресло по правую руку от водителя. Ей пожелали удачного пути и захлопнули дверцу, сразу окутала теплом, прогретого в салоне воздуха. Рад, что ты вернулась в академию. Радостно поприветствовал девушку-магистра факультета классических механизмов Глеб Ликанов расположившийся на водительском месте. «И как мне теперь к тебе обращаться? Виктория или Марвел?» «Как и прежде. Марвел Уэлч. Никакой Виктории я не знаю». «Когда-нибудь ты мне все расскажешь», — не унимался Ликанов. Марвел неопределенно пожала плечами и обвела взглядом довольно-таки просторный салон, стараясь поскорее найти новую тему для разговора пока она была не готова обсуждать с Глебом свое прошлое. В Академии появилась новая игрушка. Амфибия? Амфиболос. Улучшенная модель с трехкелевыми обводами днища и одноступенчатым водометным движителем. Но вообще-то в Академии много чего нового. Глеб отпустил стояночный тормоз, и Марвел почувствовала, как амфибия съезжает вниз, по скошенной платформе. Всплески воды и громкий шум движителя красноречиво говорили о том, что судно набирает ход. Но вскоре амфиболос плавно заскользил по поверхности океана, покачиваясь на волнах, словно лодка. Жаль, погодные условия не позволяли полюбоваться северным пейзажем. Серое небо сливалось с океаном, а на острове виднелись лишь неясные очертания причальной башни. Услышав позади урчание, Марвел обернулась и обнаружила на широком диване Арта. Кот снисходительно фыркнул. «Смотрю, вы здесь неплохо устроились. Вместо неудобных пассажирских кресел диван». Марвел повысила голос, стараясь перекричать шум движителя, и отметила про себя, что неплохо бы встроить звукопоглощающий артефакт. «Представители попечительского совета предпочитают добираться до Академии с комфортом», — крикнул Ликанов в ответ. «Батискаферы им, видишь ли, тесноваты. Да и там посадочное место всего одно. Вскоре рядом со ступенями проложат дорогу на плато, тогда амфиболос выберется на сушу и прокатит гостей с ветерком до городского вокзала или дирижабль порта». «А как же заплатка?» — полюбопытствовала Марвел. «Заплатка выглядит нереспектабельно», и в ветреную погоду ведет себя нестабильно. Гостей укачивает при посадке», — пояснил Ликанов. «Уверена, заплатка летает и причаливает при любых погодных условиях. А кое-кому лучше сидеть дома, раз такие чувствительные», — заметила Марвел, полностью переключаясь на беседу с магистром и отворачиваясь от кота. Арт хоть и приехал ее встречать, но всем своим видом выказывал полное пренебрежение. Оно и понятно. Новая хозяйка исчезла на несколько месяцев, а ему все это время приходилось жить в гостиной Моргана и сопровождать дикана в лифтовой кабине. Из окна последнего этажа так просто в сад не попасть. «Заплатка может все. Но скажи это новым членам попечительского совета», — пожаловался Глеб. «Кстати, мы с новым механиком и капитаном усовершенствовали артефакты и рули управления. Дирижабль теперь приземляется вертикально. Только Ц -с, -с, с. Мы еще не демонстрировали новшество директору конструкторского бюро Леру Шпицу. Марвел улыбнулась. Словно и не было этих месяцев расставания с друзьями и любимой академией. Будто все это время она не ловила преступников, а провела в цехе мехадов, разрабатывая новые механизмы и демонстрируя их главе конструкторского бюро Шпицу. «Хочешь сказать, Фрайберг вернулся в академию?» Удивилась она, уловив слова о капитане. «Вернулся, только изменился», — нахмурился Глеб и отмахнулся. «А, сама все увидишь». Марвел отчего-то вспомнила допрос шпионки Тесс Клэр, прежде работавшей в Академии магистром алхимии. В тот день некогда открытый и улыбчивый Эрик Фрайберг беспомощно наблюдал за тем, как стражи уводят Лиру Клэр, его сестру и возлюбленную, по которой он тайно вздыхал. Тесс Клэр, или принцесса Августа, как ее правильнее было бы называть, до сих пор находилась под арестом в родовом особняке. Император так и не вынес окончательный вердикт, ведь речь шла об обвинении в шпионаже особо королевских кровей. Фрайберг на какое-то время бросил учебу и обивал пороги кабинетов, чтобы добиться свободы для Тесс прочих подробностей марвел не знала потому что у нее были другие заботы за пределами белавии но она была уверена что эти события повлияли на эрика изменив его мировоззрение и характер наконец амфиболос коснулся колесами каменной платформы причала и проехав чуть вперед дернулся и резко остановился еще не все отработано модель экспериментальная пояснил глеб да и погодные условия, сама видишь, какие. В Айсбере с погодой в конце зимы откровенно не повезло. А ведь в столице на деревьях уже набухли почки, и весна обещала быть ранней. Как только Ликанов открыл дверь и помог Марвел выйти из салона, ледяной ветер хлестко ударил в лицо, заставляя глаза слезиться. Глеб подхватил багаж, захлопнул дверцы и направился к проходу в башню. На причале их никто не встречал, кроме двух одиноких батискаферов. А на башне Марвел заметила четыре пристыкованных дирижабля. Цвета медного купороса, черный, красный и в самой нижней арке разноцветный. Сердце ёкнуло при виде маленькой заплатки, словно Марвел вновь встретилась со старым другом. Зайдя в лифтовую кабину, она вспомнила кое-что. «Мне нужно подойти к Аноре», получить ключи от новой комнаты и сдать багаж. И забрать расписание занятий. «Ты разве не хочешь сперва поздороваться с деканом Морганом?» — хитро прищурился Ликанов. Они вышли из кабины и направились к внутреннему переходу, соединявшему все здания на острове между собой. «Очень хочу», — призналась Марвел. Глеб и кот одновременно фыркнули, а первый еще и заметил. Едва отговорил Моргана ехать лично тебя встречать. «Почему?» — поинтересовалась Марвел, а сердце радостно забилось от предвкушения встречи с Райнером. Последний раз они виделись с ним пару недель назад. После ухода из гильдии сыщиков Эльхаса Марвел Виктория воспользовалась любезным приглашением Райнера и остановилась в его городском особняке. Правда, она попросила Рая не торопить ее со свадьбой, и не афишировать их отношения в Академии. Нужно постепенно выходить из роли немного наивной, не в меру любопытной адептки Уэлт, чтобы студенты ничего не заподозрили. Внешность Марвел немного изменила, убрав несвойственную ее коже бледность. Прическа и цвет глаз пока остались прежними, но ничто не мешало ей спустя время последовать местной моде и воспользоваться изобретенными новинками адепток факультета алхимии добавить рыжины волосам, сделав их светлее, и изменить блекло-серый цвет глаз на янтарный. Разумеется, Марвел не собиралась использовать ни красители, ни алхимикаты, лишь хотела вновь стать собой. «Так почему ты отговорил декана от поездки?» — переспросила она Ликанова. «Потому что вы добирались бы до Академии пару часов, а то и больше», а у нас сейчас попечительский совет в полном составе заседает. Ни к чему им давать лишний повод для разговоров, если скрываете ваш роман. На последних словах Глеб понизил голос. Они как раз вошли в цех факультета магической механики, где сейчас проходили занятия первокурсников. Марвел с удивлением заметила в центре зала Германа Пирса. Он важно расхаживал между столами, что-то вещая адептом. Увидев Марвел, юноша на секунду замер, но быстро взял себя в руки, кивнул и отвернулся. «Пирс помогает Моргану вести практические занятия», — пояснил Ликанов, когда они с Марвел поднимались по ступеням в кабинет, вернее, в рубку, как ее называли студенты. «Кстати, его сестра Анория больше не секретарь ректора, и, боюсь, вскоре перестанет быть Лирой Стерлинг». И что же будет с Анорией? Она уедет? Поинтересовалась Марвел. Ей казалось, что ничто не сдвинет эту женщину с намеченной цели. Но после того, как Магнус Стерлинг узнал правду о родственнике Анории, имевшем прямое отношение к гибели первого пассажирского дирижабля, на котором погиб отец ректора, все изменилось. Анория перешла на должность магистра алхимии, которую прежде занимала. — объяснил Глеб и потянулся к дверной ручке. «Кто же теперь служит секретарем ректора?» Марвел все больше удивлялась переменам. А вот Арт, похоже, ничему не удивлялся и прекрасно освоился в академии. Он лихо подпрыгнул, зацепившись лапами за дверную ручку, и, повиснув на ней, открыл дверь в кабинет. «Секретарем теперь служит Талула Грин», — с запозданием ответил Глеб Ликанов, пропуская в комнату Марвел. Что-то знакомое было в этом имени, но она не успела переспросить, застыв на месте и столкнувшись взглядом с Раем Морганом. Мужчина стоял в центре кабинета и смотрел на дверь, словно ждал гостя. Скорее всего, так и было. Ну, я пойду. Прокашлялся магистр леканов, поставив саквояж на пол и тихо покидая кабинет. Декан и адептка его ухода не заметили. Они смотрели друг на друга, словно заново знакомились, принимая новые правила игры. Райнер приблизился к Марвел и взял за руки, но разочарованно произнес. «Кольцо ты все же сняла». «Я... не...» Голос Марвел дрогнул, а рука потянулась к шее, где на цепочке вместо кулона висело кольцо. Она считала неправильным ходить в академии с огромным камнем на пальце и плодить ненужные слухи. Предложение Рая она приняла, но со свадьбой просила повременить до лета. Объяснить все это жениху Марвел не успела. Дверь резко открылась, а в кабинет впорхнула прелестная незнакомка. «Лира Грин, я просил вас стучать перед тем, как войти». С раздражением произнес Райнер. «Простите, не знала, что вы заняты», — засмущалась красавица. Потупив взор, она добавила. «Лер Морган, я уже говорила, зовите меня Лулу. К чему эти церемонии? Ведь мы знакомы не первый год». Марвел решила позже поинтересоваться у Райнера, где он успел познакомиться с этой Лулу. А пока с любопытством рассматривала вошедшую девушку на вид то и было года двадцать три а может чуть меньше светлые волосы уложенные в замысловатую прическу черты лица словно вылеплены искусным скульптором чувственный пухлый рот красивый изгиб бровей идеальный аккуратный нос марвел нашла то слово которое могло бы описать вошедшую она идеальна а вот наряд на ее взгляд портил впечатление Кожаный корсет слишком сильно утягивал талию, делая фигуру похожей на песочные часы. А полупрозрачная кружевная блуза больше подошла бы для приема во дворце, чем для работы в академии. Марвел догадалась, что визитерша и есть та самая помощница ректора, о которой говорил Ликанов. И она являлась дочерью министра Грина. С его сыном Марвел ранее успела повздорить, а декан Морган — выгнал юношу из академии. «Знакомьтесь, моя адептка Марвел Уэлч. Лира Грин, новый секретарь ректора. Представил девушек друг другу декан Морган. Анория Стерлинг перешла на факультет алхимии магистром, и дочь члена попечительского совета министра Грина любезно согласилась нам помочь, предложив на место секретаря свою кандидатуру. «Временно», «Да лето», — до лета, заметила та и вдруг наморщила лоб. В ее хорошенькой головке происходил серьезный мыслительный процесс. «Так вы адептка Уилч? Тогда вам следует поторопиться в кабинет к ректору. Лер Стерлинг и члены попечительского совета ждут вас». «Меня?» — удивилась Марвел. «Ах, да, «Я забыл тебе сообщить. Вам». Поправился Морган и подхватил Марвел под руку. Но Талула Грин потянула декана за другую руку. «Вер Морган, можно вас на два слова? Я надолго не задержу». Марвел едва сдержалась, чтобы не закатить глаза или не фыркнуть. «С вашего позволения», — произнесла она и покинула кабинет, оставляя любимого декана наедине с соперницей. В том, что Лулу метит на ее место, она догадалась. И даже укол ревности ощутила, хотя в Райнере не сомневалась. Девица ей категорически не понравилась. Казалось бы, что такой красавица из высшего общества делать в приемный ректора? Вряд ли она грезила о пыльном кабинете и ворохе бумаг. А вот то, что аристократка вышла на охоту за женихами, Марвел вполне допускала брак ректора трещал по швам, да еще среди основателей два холостых лорда и один из них императорский отпрыск. Марвел ощущала шестым чувством и третьим глазом, что это Лулу -Лу создаст им с Райнером немало проблем. Арт тоже не стал задерживаться в кабинете и последовал за хозяйкой. Но как только они оказались на площадке перед рубкой, припустил к выходу, услышав крики ты вернулась!» Марина Новок, студентка факультета алхимии, с визгом бросилась на шею подруги. «Я же говорил, что она приедет!» Хмыкнул еще один алхимик, Олаф, тоже обнял адептку Уэлч и даже чмокнул в щеку, воспользовавшись сумятицей. «Наконец-то команда заплатки в сборе. Фрайберг вернулся, теперь ты», — заметил адепт Вайс, капитан дирижабля «Красная фурия». «Наконец устроим нормальные гонки». Надеюсь, и Пирс займется учебными полетами. А то мнит из себя профессора. Пробурчал Ольсон, второй пилот черного вихря, и бросил взгляд в зал, где Герман Пирс с важным видом что-то вещал первокурсникам. «Официальную встречу друзей будем считать открытой. Марвел, поторопись! Тебя ждут в кабинете ректора!» — крикнул Глеб Ликанов, находившийся у подножия лестницы. Студенты первачки отвлеклись от практикума и с интересом наблюдали за разговором старшекурсников. Нельзя ли потише? У меня занятие. Обратился к веселой компании Герман Пирс, но при этом сверлил взглядом Марвел. Прости, извинилась она, избежав со ступени, последовала в приемную ректора. Марвел понимала, что это непростой визит вежливости, но она даже близко не могла предположить о чем ей собирается поведать уважаемый Магнус Стерлинг. Помимо ректора, деканов Академии, начальника полиции Дюршака и главы тайной службы Икара Берка, в комнате находились два незнакомца. Они расположились на диване, мужчины выглядели лет на 60, и судя по дорогим костюмам и важному виду, это были Леры из высшего общества. Представляю вам Лиру Велч новых попечителей Академии. Лер Аткинс, советник императора по специальным вопросам. Магнус Стерлинг указал на седовласого подтянутого мужчину, а переведя взгляд на его грузного соседа, добавил. И Лер Грин, министр сельского хозяйства. В отличие от Аткинса, министр дружелюбно приветствовал студентку и махнул рукой. Она же удивилась. Настолько дети, Томаса и Талула Грин отличались от отца. Марвел присела в предложенное кресло. В этот момент в кабинет вошел декан Морган, неся в руках ее саквояж и накидку. Отыскав любимую студентку взглядом, он подбодрил ее улыбкой. Что ж, Марвел, я рад, что вы вернулись в Академию, продолжил ректор ваши знания по основным предметам впечатлили нас несмотря на домашнее обучение возможно то предложение что мы хотим вам сделать несколько преждевременное но преждевременное и неуместное высокомерно заметил советник аткинс да пусть девочка попробует возразил ему грин у моей Лулу тоже нет опыта работы. Столичный университет она так и не осилила. Сбежала после третьего курса. Но я совершенно не возражал, когда дочка захотела поработать в академии секретарем. И ей нескучный Лер Стерлинг доволен. — Очень, — закашлялся ректор. В сложившихся обстоятельствах, когда до конца учебного года осталось пара месяцев, нет смысла брать нового человека с улицы. Вклинился в разговор начальник полиции Дюршак. После шпионского скандала мы не можем рисковать. Алира Уэлч, дамочка проверенная. После разъяснений полицейского Марвел стало ясно, почему на должность магистра алхимии одобрили кандидатуру леди Анори, как и то, Почему на месте секретаря ректора оказалась дочурка Грина. В академию на свободные вакансии брали своих. Непонятно другое, что попечительский совет хотел от нее. Предлагаю побыстрее закончить с этим делом и сообщить Лире уэлч с какой целью мы ее пригласили. Словно прочитав мысли студентки, произнес ректор. Магнус Стерлинг придвинул Марвел лист бумаги с чернильницей. «Прошу вас написать заявление по собственному желанию». «Вы отказываете мне в обучении?» Голос ее дрогнул. «Наоборот», — возразил Лер Стерлинг. «Мы предлагаем вам совмещать учебу с работой магистра на факультете магической механики», «У меня нет слов», — только и смогла добавить потрясённая Марвел. Аткинс что-то злобно пробурчал, Дюршак довольно крякнул, а Райнер Морган усмехнулся. «Разрешите, я объясню Лири Уэлч, как обстоит дело». Вступил в беседу и Карберг, глава тайной службы империи. Попечительский совет выяснил, что на факультете магической механики нет магистра для проведения практических занятий. Очевидно, что Лер Морган один не справляется. В связи с этим было принято решение взять до лета на эту должность кого-то из старшекурсников. Идеальным кандидатом был бы Лер Фрайбер, который ранее помогал декану. Но он отказался от оказанной ему чести. Поэтому путем голосования попечители и деканы определили двух кандидатов Конечно, Марвел расстроилась из-за отказа Эрика, но последняя фраза удивила. «А кто второй магистр?» — поинтересовалась она, надевая на себя маску любопытной адептки Уэлч. Она уже догадывалась, кому принадлежит потрясающая идея с ее назначением и готовилась к еще одному разговору, но уже не в кабинете ректора, а, так сказать, наедине тет-а-тет. -а -тет. «Лер Пирс». Вы с ним разделите между собой обязанности. Кандидатуру Германа тоже одобрили. Произнес декан Морган. Все же речь шла о его факультете. Так как у вас прекрасные навыки работы с кристаллами-накопителями, именно это вы отработаете с первокурсниками. А Пирс возьмет на себя практикум по встраиванию артефактов и механизма. Спасибо за оказанное доверие. Марвел благодарно улыбнулась декану, но в глазах сверкали молнии. Она злилась на Рая за то, что он заранее не предупредил ее о назначении. «Раз ясно, пишите заявление. Пора заняться делами», — пробурчал ректор и покосился на лист бумаги. «И вот что еще», — встрял Дюршак. «Кажется, на этом новости не закончились». Пусть студенты под руководством магистра Уэлч попрактикуются в изготовлении отражателей. Студиозом практика, а мне в работе подспорье». Декан Морган закатил глаза. Марвел обреченно вздохнул, а ректор нетерпеливо забарабанил пальцами по столу и вперился взглядом в адептку. Она намек поняла и придвинула к себе чернильницу. «Вам составят индивидуальное расписание занятий. Магистрские часы оплатят, жить вы будете в преподавательском корпусе», пояснил ректор. «В бывших апартаментах Тесклер вместе с Лирой Грин». Последнее объявление Марвел огорчило. «Не рано ли вы занимаете комнаты магистра Клэр? Вдруг она вернется в академию, ведь свадьбу с принцем отложили?» Подал голос декан Арманьяк, который на допросе шпионки во дворце не присутствовал и деталей расследования не знал. Лира Клэр вряд ли вернется в Академию в этом учебном году. Она взяла отпуск в Дардании, у нее заболела мать. Выдал информацию и Карберг. Глава тайной службы озвучил официальную версию внезапного исчезновения из Академии Тес Клэр. О реальных причинах, аресте шпионки, мало кто знал. «Надеюсь, мы все обсудили. Можно теперь поработать». Мне еще нужно принять зачеты у студентов», — проворчал ректор Стерлинг, намекая собравшимся на окончание совещания. Он забрал подписанный документ и вызвал по эхофону Лиру Грин. Покидая кабинет, советник Аткинс не выдержал и обратился к ректору. «И все же я категорически не приемлю подобное. Что эти двое недоучек, Пирс и Уэлч, могут дать студентам? Их квалификация подтверждена деканами профильных факультетов, пояснил Магнус Стерлинг. И большинство членов Попечительского совета проголосовало за них. Словно извиняясь, напомнил советнику императора и Карберг. Я голосовал против, отчеканил слова Аткинс и, окатив Марвел, высокомерным взглядом, покинул кабинет. А я за. — добродушно хохотнул Лер Грин. «И Лулу будет не так одиноко. Теперь у нее появится подружка. Жаль, что Томасу пришлось перевестись из вашей академии в столичный университет. Все же алхимия — не его профиль». «Ну почему же не его?» Арманьяк подхватил министра под руку, уводя за собой в приемную. Ваш сын делал грандиозные успехи в алхимии. Я даже готов его взять на второй курс. Только представьте, он продолжит дело отца в сельском хозяйстве. За алхимикатами будущее. Почитайте мою брошюру. Да, да, вы мне уже докладывали по этому вопросу. Постараюсь убедить сына вернуться на ваш факультет. Мужчины покинули кабинет, а на пороге появилась Талула Грин. Она вызвалась проводить магистра Уэлч в их теперь уже общие апартаменты, выразив радость от этой новости. Но взгляд Лиры Грин говорил об обратном. Марвел старалась не думать о плохом. Она подхватила вещи и последовала за новой соседкой. Вслед ей донесся вкрадчивый голос Лера Берка. «Я попозже проверю, как вы устроились». Надеюсь, красавицы угостят старика чаем. Лулу весело прощебетала в ответ, что всегда рада гостям. Марвел же понимала, что дело не в чае, и ей предстоит увлекательная беседа. Она уже догадалась, кто именно был инициатором ее продвижения на должность магистра. Зная о ее прошлом, Берг наверняка попытается втянуть бывшего детектива гильдии сыщиков в свои игры. А ведь Марвел полагала, что она едет в Академию учиться и совершенствовать навыки управления самоходными и летательными аппаратами. Но нет. Руководитель тайной службы Белавии решил внести в ее жизнь неприятное разнообразие.